Я сегодня не один, я сегодня с хорошим человеком, с хорошим автором-исполнителем. Зовут ее Лидия Жукова. Очень талантливый автор-исполнитель. Сама пишет тексты, душевные. Пока я отдыхаю, она вас ни капли не соскучит. Аникеева. Поздравляю с днем рождения, желаю здоровья, счастья, любви, гармонии в жизни, любви, вдохновения. Пусть дни станут ярче, светлее, а все, что загадано в этом мгновении, сбывается пусть поскорее. Все песни знаем. Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год зашли. Не сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердца стук. С днем рождения, успехов, радости и веселья, любых желаний исполнения.
Телеграммы летят в окно. Пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское в потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем, будем жить. С днем рождения, успехов, радости, везения, любви, желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, догадок, окружения и чумового настроения и самых преданных людей. С днем рождения, успехов, радости, везения, любви, желаний, исполнения и миллион ночей и день. С днем рождения, любви, догадок, окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. И за все Олечки, чьи дни рождения! Счастливая.
Yeah!
Ну что, друзья, как вам Лидия Жукова? Взбодрила чуть-чуть? Ну вот, низкий поклон, конечно, это мой коллега. Я уважаю тех, кто поет от души, с чистым сердцем.